По результатам анализа дорожно-транспортных происшествий за 2017 год на территории города Твери образовалось 34 места концентрации дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали либо погибли люди. В ходе анализа дорожно-транспортных происшествий нами совместно с администрацией города Твери были предложены меры для снижения аварийности. Такие мероприятия, к примеру, были реализованы на перекрестке Волоколамский проспект, проспект Победы и Волоколамский проспект, улица Склизкова, путем модернизации светофорных объектов и обустройства светофоров дополнительной секции для поворота налево, то есть стрелочкой. К сожалению, в настоящее время остаются еще такие сложные перекрестки, места концентрации, как набережная реки Лазури Орджоникидзе. Сложность данного перекрестка заключается в том, что граждане при движении по набережной реки Лазури со стороны Московского шоссе и поворачивая налево на улицу Орджоникидзе, поворачивают со среднего ряда, тем самым нарушая правила дорожного движения, в результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие. Следующий аварийный перекресток – это площадь Конституции. При движении по Санкт-Петербургскому шоссе со стороны области при повороте на Паши Савельева налево водители не предоставляют преимущество движения водителям, движущимся со встречного направления на зеленый сигнал светофора, в результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Следующий перекресток, на который также стоит обратить внимание водителей – это площадь Мира. При спуске с моста при повороте налево на набережную Афанасия Никитина водители не предоставляют преимущество движения транспортным средством, движущим во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. Тем самым также у нас происходит дорожно-транспортное происшествие.